Всех приветствую, друзья! Дошли у меня руки до того, чтобы снять еще одну серию. Ну и в принципе настроение такое, что сегодня я занимаюсь своими долгами, замороженными прохождениями или прохождениями, которые не выходили давно. Вот смотрю на эту мини-карту и вижу, что практически все уже моего цвета. Там, по-моему, мрази появились кое-где, вот эти дремерские. И с ними будем разбираться. Но настало время вроде даже передавать ход дальше. Так как всеми мы воинами походили. Что-то там у нас даже отнимают или расширяются. Ну что, мы очень скоро покончим с Анной. И останемся в гордом одиночестве. Точнее, ну как, это не одиночество, это... владение миром. Давай, 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 быстрее. Хочу уже действовать. Потерян артефакт. Ого. Кого-то у нас серьезно убили. И где же этот парень? Пазы, сэр. Ну что, давайте справимся. Да, капитан. С вот этими тварями посмотрим, кто там еще живет. Оу, да тут таких много. Все, больше ничего не можем сделать. И то не добили мышек-нарушек этих. Ну, сейчас добьем. А что мои вампирчики здесь делать будут? А рисковать, не рисковать? А ну давайте попробуем морем их переправить. Пока что на море у нас тут полный контроль. Нам даже удается топить вражеские корабли. Корабли, которые везут подкрепление. И разрушать башню. Я вижу, едет подкрепление, надо его потопить. Битва зовет! Хускарлы Крольма! Ай-яй-яй-яй. Давайте сначала... замок разрушим, хотя у нас тут катапульт много. Можно, в принципе, сосредоточиться и на Сильвертауне. Сейчас нам, конечно, это отродье Дремер может выписать по полной программе. Забьем вражескую катапульту. Не удалось с первого раза. Давайте защиту возьмем стрелковую. А тут враг достаточно успешно воюет против нашей пехотки. И даже вроде как... ого. Подводит подкрепление и почти уничтожил всю нашу группировку. Ну, я добью воинов, которые здесь охраняют Вейндрин. Уйти я не смогу. Куда бы я ни отошел, везде враг. Попробуем добить этот отряд. Что нужно сделать? Эти рады! Ну, инстинкт самосохранения подсказывает, что нужно отступать. Тут, может быть, удастся накрыть одним ударом этот отряд. Да, удалось. Но вот смерти избежать, магистры! Наверное, не получится. Хорошее попадание. В атаку. Они обречены!
потопили с одного удара. Отступим, чтобы восстановить силы. Встанем сюда и нанесем еще один хороший удар по вражеской. Смирно! По вражеским кораблям. Морской эскадре. Паладины! Да. Попробуем отобрать этот город. Он будет хорошим пунктом, с которого мы сможем обстреливать противника. Крольм! Крольм! Ну, давай. Силу себе возьми. Прервало наше заклинание. Понятно. Найден артефакт. Хорошо. Здесь у нас маленький отряд упрямых рыцарей. Его нужно уничтожить. И еще один отряд диверсантов. Скелетов воинов. Упрямых рыцарей мы с горем пополам уничтожим. Забираем себе этот город и идем отбивать свои территории. У нас слишком много драконов, которых можно применить более правильно. Давай сюда. Отступаем. Наш катапульт. Я уже смотрю, что за строение такое неведомое. Все, больше полетов не планируется. И настало время, старейшие, потопить вражеские корабли, которые тут остались. Нейтральные, точнее, корабли. Давайте дальние. Хорошо. С флотилиями справились. Дар, смертный. Угу. Вот у нас опасность. Ломать или строить? Где засела? Атакуйте. Не делай так. Дримерский городишко. Есть. Осталось только с дримерскими воинами справиться. Вроде как нашему городу здесь особая опасность не угрожает. Вот еще враг. Пытается скрыться. Но уйдет ли он далеко, когда мы готовы топить... Три новых отряда были сформированы. Это у нас черные минотавры впервые. Ну, давайте следить за тем, где может быть враг. Вот наши скелетики вражеские. Их мы уничтожим. Привидениями будем расползаться немного по городу. Повеселимся. По городам, точнее. И давайте найдем вход в порт. Тотальный мир, либо мы можем отправить этот отряд лучниц, учитывая, что они далеко дойдут, да вот куда-то сюда. Еще 30 отрядов ожидают нашего приказа. О, дорогие дракончики, вперед. Могу даже еще один отряд, одного дракона точнее нанять. Здесь где-то враг. Ага, вот вижу. Стоять. Не выдавать себя. Неплохо, когда есть два отряда магов. Они смогут справиться с этой пуповиной зла, но им сюда нужна помощь. Потому что они будут долго справляться. Так, потопили еще один вражий корабль. Вампирчики не достанут. Как бы не хотелось, но увы.
И соприкосновение с врагом, вот оно. Попробуем захватить этот городишко. Как вы поняли, мне очень нужно... Правосудие здесь! Своих воинов отправлять сюда. На соприкосновение с вражьей столицей. Так как могу проиграть бой за столицу. И катапульты свои туда же вести. Не делай так! Маги! Заберем этот городишко. И к столице. Все, хода больше нет. Сейчас выберем удобную для обстрела врага позицию. Да-да. Ай, да-да. Что у нас здесь? Здесь у нас вроде все в порядке. У нас тут деревья наступают. Энты вышли на тропу войны. Что-то они прут и прут. Добиваем. Магистры! А вот эти два отряда пошлем подчищать да-да. Тылы. А то там мы просто сдерживать будем. А надо ведь еще работать над зачисткой. Все. Вы больше ничего сделать не можете. Вспомнить бы, куда эти наши воины шли. Ну, допустим. И мы потеряли нашего огра, к сожалению. Так, хватит плодить тут. Разную хренотень. Магистры! Нам надо да-да. Огненного элементаля уничтожить. Он здесь самый опасный. И отступить, попытаться восстановиться. Время платить по счетам. Так, есть. Угрозу отразили. Восстанавливайтесь. Этот отряд я заметил, этот тоже. Ползем по чуть-чуть. Так, ну, город я взял себе. Наконец-то. А ну-ка. Сможем ли дотянуться? Разбили и к столице давайте будем вести наши катапульты. Еще мы способны на кучу новых построек. Просто огромную кучу. Мне уже даже все равно, что будет строиться. Давайте мельницу. Золотая шахта, хорошо. Башенку построим. Амбар. Гильдия охотников. Ловушка маны. Сокровищница, конечно. И два отряда у нас способны походить. Нападать на противника я не буду. Вот. Лучшим ходом будет ослабить дример. Восстановить здоровье. Не забываем, у нас еще заклинание есть.
Жалко, лордов нельзя воскрешать. Гроза. А, нет, можно. Пойдешь, поможешь разбить. Мы тебя сейчас оденем хорошо. От магии стихий. Стрелковая рукопашная. И можно колечко какое-то ему дать. Нет, тут это лучше. Так, на склад. Вот что лучше тебе дать. Куда круче будет. А чё, колец у меня нету? 50 магия жизни, 40 магия смерти, 25 магия стихий. Давайте магию стихий возьмем лучше. Идуй, будешь танковать. Очищение земли. Смотрим, кем мы еще не походили. Всего два отряда у нас не задействованы. Это возвращаем. Все, теперь передаем дальше. Ну, спасибо. В ответ она очищает пространство, которое было с таким трудом намыто. Хитрая. Ничего не поделаешь. Такая вот эта Анна. Услуга за услугу, как говорится. Посмотрим, меня тут вроде никто не атакует. Вот этому вот дереву я лучше не дам Правило сбежать. Правило номер три. Подчиняйся. Есть. Хорошее попадание. И мы продвигаемся. Хоть на шаг, но мы ближе. Отлично. Да-да. Еще два отряда уничтожили. Жалко, не удалось добить. Итак, если пойдем, то тоже не добьем нифига. Хозяева ночи. То вы что тут делаете? Ага, вот он якорек. Драколича, конечно же, убиваем. Наши Не отряды причины. Восстанавливаем. И будем двигаться Делай в так. сторону якорька. Да, забираем все, что можем. Атакуем при этом противника. Время платить по счетам. Защита стрелковая, сила... Нет, силу отряда возьмем. Есть, разбили.